Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает. Степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье. Троица настала, и душе привольно. Простое блюдо для укрепления своего собственного организма, особенно сердечно-сосудистой системы и особенно своего собственного сердца. 9 июня. День Феодоры, назван в честь святой мученицы Феодоры. Она происходила из благородного и честного рода, была христианкой. Ее отдали в блудилище, чтобы осквернить. Но пришел крепкий телом христианин по имени Дидим, чтобы защитить ее от поругания. Они переоделись, и Феодора ушла в мужской одежде, а Дидим остался. Узнав о подлоге, Дидима повели на казнь. Святая Феодора узнала об этом, пошла за святым мучеником Диодором и первая преклонила свою голову под меч. Начиная с этого дня собирали цветы тысячелистника для приготовления лекарственных сборов. В народе Феодору называли острой на язык. В этот день запрещалось женщинам болтать друг с другом, чтобы не накликать большую беду, потому что слухи или сплетни, появившиеся в этот день, обойдут всю деревню, и все жители села узнают новость. Ссоры также пресекались, потому что Феодора за углом норовит узнать о худом. Не мели сегодня из избы. Верили, что домовой забирается под веник, его можно вымести вместе с ссором. И тогда некому будет охранять семью от бесовщины. Домового сегодня старались задобрить. Для этого за печку бросали несколько монет и надеялись, что в будущем получит хорошую прибыль. Приметы. Если на восходе солнца очень душно, будет дождь. В этот день не убирали в доме, боялись потревожить домового. Наталья пишет. Добрый вечер. Посоветуйте, что предпринять при головокружении и сужении сосудов шейного отдела, если начальный атеросклероз. Прошу совета. Есть все ваши книги, но не нашла именно по этой теме. Благодарю. А не надо искать по этой теме. Вот выполните очищение кишечника, очищение печени, перейдите более-менее на раздельное питание. Я бы так сказал, на раздельное питание. И посмотрите, что у вас произойдет с сосудами и с атеросклерозом. Сколько было случаев, что вот ищут конкретно от этого. А вот это просто говорит о том, что у вас организм в целом уже болен. А вот эти места просто-напросто сдают в первую очередь. А потом пойдет сдача во вторую очередь, потом пойдет сдача в третью очередь и так далее. А вы нормализуете его работу. Нормализуя его работу, все эти вещи просто-напросто отпадут сами собой, без всякого на то лечения. Об этом я и говорю. И в этом заключается вот именно фишка того, о чем я вам рассказываю, здорового образа жизни. Нормализация работы собственного организма.